Украина вперед! Украина без сирот! Украина без сирот! Украина вперед! Я вас не выпустил! Реально! Вы первые финишировали, вам в первом ряду и стоять теперь! Что ж поделать? Меня зовут Геннадий Махненко, я руководитель детского реабилитационного центра Республика Пилигрим. Это крупнейший детский реабилитационный центр на территории бывшего Советского Союза. Я отец, приемный отец 32 детей, и это бывшие беспризорные дети, и руководитель кругосветного велоэкшена бывших беспризорников с призывом к усыновлению «Украина и мир без сирот». Мы проехали уже 15 тысяч километров, 15 450, если точно, от Владивостока мы нарисовали непрерывную линию до города Луцка. И отправляемся дальше до Львова и потом на Европу. 10 стран Европы у нас еще за 8 недель. Мы верим, что каждый ребенок должен жить в семье. Убеждены, что дети должны просыпаться и обнимать папу и маму, а не казенные подушки. Наше глубочайшее убеждение, что каждый сирота должен иметь родителей. Интернаты, детские дома должны уходить в прошлое, и все детки должны иметь семьи. Мои приемные сыновья – это дети, выросшие в подвалах, кто с 5, кто с 4, кто с 2,5 лет. Сегодня среди них чемпионы Украины, музыканты, ребята как талантливые, одарованные. Мы повторяем тысячи раз, что дети в детских домах не потому, что с ними что-то не так, а потому, что с нами, взрослыми, что-то не так. Они там не потому, что они дети второго сорта, они одарованные, талантливые, волевые. Просто им нужны семьи, чтобы все эти дары были реализованы. У нас за спиной сотни историй о том, как люди, услышав то, что мы говорим, решились и взяли в семьи детей. Буквально сегодня, вчера, ровно, к нам подходили люди и показывали деток, которых они усыновили, когда смотрели наши фильмы, ролики. Мы еще не доехали до Ровно, а люди уже в Ровно усыновили детей и благодарят нас за мотивацию. К сожалению, война прервала наши планы на 2 года, и мы только сейчас смогли отправиться. Часть нашей команды, к великой моей боли, находится на фронте. Мои приемные пацаны, которые были частью команды, они сегодня с оружием в руках защищают Украину, добровольцами пошли служить. И они просили нас, после 2-летнего перерыва из-за войны, они говорили так: езжайте, мы прикроем.